Маугли, знаменитый мальчик, основанный на одноименном персонаже из произведения британского писателя Рюдьярда Киплинга «Книга джунглей». Маугли родился в Индии. Родители оставили его в джунглях, спасаясь от тигра Шерхана. Мальчик чудом уцелел и попал на воспитание в семью волков. 10 лет спустя Маугли стал полноценным членом стаи и подружился с медведем Балу и пантерой Багирой, которые служили его защитниками и наставниками. Несмотря на свою любовь к Маугли, все в глубине души знали, что мальчик не может оставаться в джунглях вечно и должен вернуться в человеческую деревню, как только он перестанет зависеть от заботы матери. Во всех экранизациях Маугли сталкивается со своим главным противником – тигром Шерханом. Впервые на телеэкране Маугли появился в 1942 году в фильме «Книга джунглей», снятом по мотивам одноименного произведения Рюдьярда Киплинга. В 1967 году Маугли становится главным героем диснеевского мультфильма «Книга джунглей». В этом же году Маугли появляется в одноименном советском мультсериале, который в 1973 году был смонтирован в единый мультфильм. Человек? Он же совсем голый. Человеческий детеныш наш. Ты что? А это я, Ракша-сатана, говорю тебе. Детеныш мой. В фильме 1994 года «Книга джунглей» роль Маугли исполнил американский актер Джейсон Скотт Ли. В 1997 году Маугли появляется в фильме «Вторая книга джунглей. Маугли и Балу». В 1998 году выходит сериал «Маугли. Новые приключения книги джунглей». В этом же году Маугли снова появляется в фильме «Книга джунглей. История Маугли». But I don't get it. It wasn't me who shot him. It's not fair.
We know that, but Shere Khan doesn't play fair. Your eyes? Why? I want you to see what it's like to be caught in a big cat's gaze. Maybe if you practice on me, you won't fall under his spell. I finally had to look away. Not bad, Mowgli. Далее Маугли появляется в мультфильме «Книга джунглей 2» 2003 года. В 2010 году Маугли появляется в 3D мультсериале «Книга джунглей». В 2016 году выходит очередная экранизация по Киплингу «Книга джунглей». Картина собрала во всем мире более 966 миллионов долларов, а в 2017 году фильм стал обладателем премии «Оскар» в номинации «Лучший визуальный эффект». Если б ветка не сломалась, я бы успел. Ты бежал один, с наветренной стороны. Поверху удобней. Волки не лазают по деревьям. Мне за ними не угнаться, Багира. Я пытался. Да, ты не был рожден волком. Но хотя бы веди себя как волк. Далее, в 2018 году Маугли появился в новом одноименном фильме, который получился более суровым, мрачным и насыщенным компьютерной графикой.